Мужчина услышал крики в лесу, подошел и увидел нечто, не поддающееся объяснению. Жестокость некоторых людей не имеет границ. Несколько недель назад мужчина услышал крики в лесу. Он пошел на душераздирающие звуки. Приблизившись, увидел сумку, которая извивалась в разные стороны. Не колеблясь ни секунды, он открыл сумку и достал из нее связанную кошку. Сказать, что животное находилось в плохом состоянии, значит не сказать ничего. После того, как мужчина достал кошку из сумки, у нее начались судороги. Спаситель понял, что ей трудно дышать. Он повез животное к ветеринару. Ветеринар осмотрел животное и назначил лечение. После курса капельниц кошка постепенно начала кушать самостоятельно. Она такая голодная, готова съесть все, что ей попадается. Но врачи не разрешают ей этого делать, еду дают небольшими порциями. С каждым днем кошка чувствует себя лучше и лучше, и становится похожа на ласковую домашнюю питомицу. После полного выздоровления кошку заберет мужчина, который нашел ее в лесу. Новая семья ждет котейку с нетерпением. Что касается людей, которые выбросили кошку в мешке, никто не знает, кто это. Но как им живется, зная, что совершили?